вода уже практически стала и опять растаяла. Вот, пока, пользуясь случаем, покажи блесенку, а я сейчас ее увеличу. Простая блесенка. Самодельная. Еще ее называют обратка. Потому что блестящая сторона с обратной стороны, чем обычные блесны. Коней на переправе не меняю. Бывает и вот так. Вот прилетели наши подруги. Ждут подачки. Походу пойду я сейчас принесу картечь и сделаю им подарок. Она тебе... Умирать полетела. Если бы не камеру, сказал бы, куда послала она тебе далеко-далеко. Уссурийская тайга Дальнего Востока – это единственное место в России, где обитает популяция гималайского белогрудого медведя. Рыболовно-охотничий клуб «Три пятерки Hunt Fishing» приглашает вас на трофейную охоту на гималайского медведя. Мы поможем вам добыть эксклюзивный и редкий трофей.